утро. Доброе время суток всем. В Ташкенте утро. Вот. Лечу в Турцию. На Узбекистан Хавайолара. Самолет Узбекистан Хавайолара. Чуть-чуть с посадкой, чуть-чуть опаздываем. Сейчас идет посадка. Что тут у нас есть, журналы Узбекистан Airways. Зона. Смотрите, какая. Тут есть журналы. Вот. Про зону наш. Здесь можно почитать. Вот мы встали на летную полосу. Расскажу, что значит можно покушать в самолете Ташкент, Анкара, Узбекистан, Хавайолара. Так, здесь у нас булочки, кекс. Вот булочка, вот кекс. Здесь у нас что? Яблоки, апельсин, долька апельсина, бринза, помидор, огурец. Так. Сливочное масло, вот оно. Но я не открыла. А это горячее блюдо. Смотрите, Узбекистан, Хавайолара. Горячие. Рис с мясом. Значит, рис с мясом и гречка с курицей. Вот на выбор. Теперь будем открывать. Открываю. Вот. Вот, смотрите, вот эти булочки. Ой, тут козы есть еще. Смотрите. Оливки. Вот. Ну, правильно я тебе сказала. Здесь что? Здесь у нас соленые орешки. Вот они. Смотрите, соленые орешки. Вот. Ну, про сливочное масло я вам сказала. Вот такое вот. И вот кекс. И что? Самса. Мини-самса.
я прям на крыле сижу. И знаете, место какое у меня? 13-е место. Мое любимое число. Все такие красного цвета. Видно вам? Еще ниже, еще ниже. Застегнутые до включения светового табло застегните ремни. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи на борту. От имени командира Демидова Никиты экипажа благодарим вас, что воспользовались услугами авиакомпании Узбекистан Airways. Благодарим вас за внимание. До свидания. Ladies and gentlemen, please adjust your seat at Ankara. It's in Boga International Airport. Local time is 8:50 a.m. Temperature is plus 21 degrees Celsius. Please remain seated. Your seat belongs before someone to the simple side is off. Don't leave a personal belongings on board the aircraft. On behalf of Kenton, Nikita Demidov and the crew, thank you for choosing Uzbekistan Airways Air Company. Thank you. Goodbye. Вот это аэропорт Зинбога в городе Анкаре, столице Турции.